Большая вода продолжает прибывать. По данным Северного УГМС, за минувшие сутки уровень воды на Печоре в районе Наринмара вырос на 16 сантиметров и на утро составил 550 при отметке неблагоприятного явления в 620. Согласно краткосрочному прогнозу Объединенной гидрометеорологической станции Наринмар, максимальные уровни на Печоре в районе города ожидаются 23-25 июня. Они составят 550-600 сантиметров. В администрации Наринмара организовано круглосуточное дежурство. Многодетная мама Мария Артеева не спит уже третью ночь. Проводив своего супруга на вахту, женщина буквально встала в караул. С каждым днем вода подбирается все ближе к ее дому, где проживают четверо ее несовершеннолетних детей. У нас затапливают гаражи, проезд. То есть с детьми никуда не выйти, ни в магазин никуда. Знаете, дом выше находится, но затапливает септики, приходится поднимать. Погреба затапливаются, вода заходит. Дамба, которая была построена в 2014 году собственными силами кооператива «Мьерф», является единственным спасением жителей Сахалина, и сейчас она находится под угрозой подтопления. Буквально еще полметра, и вода полностью скроет эту дамбу. Сотрудники МЧС, чтобы хоть как-то остановить воду, выкладывают вдоль всей дамбы вот такие вот мешки с песком. А вот буквально через дорогу воду не удалось сдержать. Здесь она подошла буквально к домам. Обеспокоенные горожане забили тревогу. На помощь первыми выехали сотрудники Наринмар-Даримстрой. Затем к ним присоединился «Чистый город» и МЧС. Общими усилиями борются со стихией. Прогнозы довольно оптимистичные. Сейчас работаем мы как бы в парке с «Чистым городом», с МЧС. Делаем одно дело. Несмотря на то, что даже это не наши участки, но мы как бы идем навстречу и делаем одно дело. В общем, я думаю, отстоим мы город. Аналогичная ситуация и в районе старого аэропорта и малого Качгарта. Но здесь, судя по постройкам, люди уже готовы к наплыву воды и укрепляются как могут. Но большая вода еще впереди. Согласно краткосрочному прогнозу Объединенной гидрометеорологической станции Наринмар, максимальные уровни на Печоре в районе города ожидаются 23-25 июня. Они составят 550-600 сантиметров. В мэрии Наринмара работает круглосуточная горячая линия по телефонам 4-21-53-4-20-69 и 8-911-571-15-88. В целом, прохождение второй волны половодья на Печоре на территории Ненецкого округа находится на контроле окружных властей и спасательных ведомств. Елена Семеновичева, Леонид Шишилов, телеканал «Север».